Сущность явления или это вереница лица друзей и маски врагов ясно видны и не могут укрыться от взора поэта, владельца веков. Свет дальних звезд и начало рассвета, жизни секреты и тайны любви, миг вдохновения солнцем согретым все отражается в душе поэта, в зеркале мира. В зеркале видно, кто не так жил. Видно, кто хочет, чтобы все было ночью.